Здравствуйте, мои хорошие! На канале с вами снова Лина. Добро пожаловать на мою домашнюю кухню. Сегодня мы будем готовить постный борщ. Как вы знаете, много разновидностей борща. Я готовлю по-разному. Я готовлю с мясом и без мяса, и со старым салом, и с фасолью, и с рыбой, то есть сардина в томате. В общем, очень много разнообразной. Сегодня мы приготовим очень быстро, за полчаса, такой легкий, вкусный борщик, как готовлю я. Мои друзья просили, чтобы я поделилась, нравятся мои борщи, поэтому я сегодня делюсь. Привет, ребята! Сегодня делаю для вас, друзья, подруги, для вас борщик мой. Так как у меня нет, я обычно фасоль замачиваю и делаю. А так как у меня покупная, то есть баночки, и то же самое, также бурячок. Свежего я не нашла, в этом году у меня не было своего буряка. Буряк так, не так просто в моей зоне, где я живу, найти свежий. Я купила вареные в магазины, поэтому мы будем с вами делать быстренький, вкусненький, постненький борщик. Давайте будем приступать. Так, пока я вам объясняю, что нужно для борща, поставьте на огонь кастрюльку с 3 литра воды. Значит, для нашего борща нужно бурячок, морковочка, картошка, перец болгарский, капуста, лук, лаврушка, масло. Я пользуюсь оливковым, вы пользуйтесь, какой у вас есть. Томатная паста, чеснок, петрушка, перец черный молотый и имбирь молотый. Ну что, ребята, будем приступать. Греется вода пока на борщ. Мы режем картошку. Я режу кубиками вот так вот. Рецепт, как всегда, и пропорции, ребята, под видео. Читайте внимательно. Вот так я режу картошку. Сейчас картошку положим в воду. Картошку вложим в воду, ребята. Вода еще не закипела. Закрываем крышечкой. Когда закипит, 10 минут. А мы пока будем заниматься другим делом. Пока у нас картошка закипает, мы режем на зажарку лук. Ну, как всегда, я не буду объяснять вам, как его резать, вы знаете, думаю. Лук режем. Делается быстро, это быстрый борщ. Я делаю его по-разному, поэтому буду каждый раз так отправляю в контейнер. Так, теперь режем болгарский перец. Так. Моя семья тоже очень любит борщ. Борщи разные. Ну вот сегодня решила то, что у меня есть. Ну решила постный. Вот. Теперь мы трем. Я морковь не режу. Я морковь тру на терочке. На крупной терке натираю морковь. Пока у нас будет закипать картошка, мы с вами сделаем зажарочку. Значит, наливаем масло.
пусть разогреется немножко. Ну, я практически и не жду, пока оно разогреется. Я ложу сразу, ложим лук. И поджариваем до золотистого немножко цвета. Чуть-чуть, чтобы даже не золотистый, а такой, знаете, чтобы такой был полуготовый. Вот у нас уже лучок полуготовый. Мы добавляем морковь. И поджариваем до готовности. Пока у нас картошка закипает и жарится зажарка, мы трем на терке крупной буряк. Так как у меня вареный буряк, это другой, конечно, будет рецепт, когда будет сырой буряк и фасоль будет тоже сырая. То есть это будет другой вариант, другой рецепт. Тру я, ребята, всегда в тарелке буряк, так как буряк сильно мажется, вот. Поэтому, чтобы доска сильно впитывает, поэтому я всегда в тарелочку тру. Вот 2 минутки прошло. Добавляем томатную пасту. Можете добавлять. Я иногда добавляю и томатный сок. Что у кого есть. А вообще вкусно тоже со свежими помидорами. У кого что есть. У меня томатная паста. Томатную пасту. И тоже где-то вот так вот 2-3 минуты. Вот закипела картошка наконец-то. Обязательно, если есть пенка, обязательно снимите ее от картошки. Поставьте на минимальный огонь. И на 10 минут. Картошка кипит на минимальном огне. Ложим лавровый лист. Кстати, у меня лавровый лист, ребята, свой. Лавровое дерево такое красивое, вечно зеленое. Как-то будет время, я сниму вам, все покажу. Если вам, конечно, интересно. Сейчас закрываем крышечку на 10 минут. Зажарочка готова. Сейчас будем резать капусту. Режем капусту. Вот так вот меленько. Ну вот так, чтобы я вам покажу, вот такая вот меленько порезанная. Режем нашу капусту. Картошка наша готова. Ложим болгарский перец. И провариваем 10 минут. Закрываем крышечкой и варим 10 минут. Прошло 10 минут.
Картошка и перец у нас готовы. Ложим капусту. Кому нравится густой борщ, готовьте, как я. Кому нравится более жидкий, значит, добавляйте воды. Закрываем крышечку и на 15 минут. Капуста у меня готова. Смотрите, ребята, капуста разная. Если надо, чтобы она варилась дольше, пробуйте. Дольше варите. И смотря какой у кого вкус. Есть кому-то нравится переваренная, хорошо сваренная или же с сыринкой. Так что капусту пробуйте. Мне хватает 15 минут. Сейчас я добавляю зажарочку, что мы делали раньше. Перемешиваю. Добавляю теперь соль. Соль, как всегда, по вкусу. Посолите, потом попробуйте. Теперь я добавляю фасоль вареную. Так, лучше не влазит этой. Добавляю вареную фасоль. Сырой фасолью и с буряком сырым. Это будет другой у нас борщ. Вот так вот перемешиваю. Так как у нас все готовое, выдавливаю 2 зубчика чеснока. Ложу петрушку свежую, тоже петрушку и специи по вкусу, как всегда. И добавляю перчика молотого, тоже по вкусу. И добавляю для пикантности, мне нравится имбирь молотый. Он дает пиканты, своеобразный такой вкус. Тоже по вкусу. Если вам не нравится имбирь, не ложите. Сейчас даем закипеть пару минут. Постный борщ у нас готов. Прошло 2 минуты. Насыпаем. Насыпали наш борщ, какой у нас получился. Смотрите, какой вкусный, аппетитный, простой, быстрый. Так что, ребята, готовьте, пробуйте, солите вы по вкусу, смотрите, что не хватает, добавляйте. Ну что, закончили мы готовить борщ. Я думаю, получился на славу. Пробуйте, пишите мне в сообщениях, что вам нравится, что не нравится. Будем начинать общаться. Не забывайте подписываться на мой канал, если вам нравятся мои рецепты. Ставить класс, колокольчик нажимайте, для того, чтобы ваши друзья тоже видели рецепты. Будьте все здоровенькие. Доброго вам дня. Пока-пока! Пока-пока!